Новый взгляд на историю государства предлагает проект «Россия. Моя история». Выставочные площадки работают в 16 городах страны, в том числе и в Казани. С экскурсией там побывали и школьники из Чувашии. Что их удивило, расскажет Татьяна Леонтьева. От Рюриковичей до наших дней. 42 тематических зала на 5500 квадратных метров. Таков масштаб выставки «Россия. Моя история». Вместо традиционных экспонатов здесь сенсорные столы, 3D-графика, сотни проекторов и интерактивные стойки. Если в обычных музеях экспонаты трогать руками запрещается, то здесь все ровно наоборот. Так что скучать здесь точно не приходится. Каждый зал отражает конкретный исторический период. Например, в этом рассказывается о Петровской эпохе. Вот мы сейчас можем с вами, допустим, посмотреть, какое сражение. Кто-нибудь выберите. Гангутское? Хорошо, сражение при мысе Гангут. Российский флот нам с вами в данном случае показывают. Так. Попробуйте сами кто-нибудь поворачивать, посмотреть, да. Сейчас реконструкцию боя с вами включим. В мультимедийном парке с современными гаджетами школьники чувствуют себя, как рыба в воде. Мне понравилась сама идея, концепция этой выставки. Очень необычно, что все экспонаты являются интерактивными. Ты можешь всегда подойти и в одно нажатие узнать побольше о том, что тебя интересует. Меня заинтересовали книги, которые там лежали, интерактивные. Когда их открываешь, там начинает все само вырисовываться, и так каждая страница. Это, наверное, очень трудно было делать, но очень интересно и красиво. Тут мало того, что объясняется история заново с курса 6 класса, так она еще и идет в хронологическом порядке. Со всеми документами это можно представить, можно увидеть, как происходили все сражения, можно увидеть, как выглядел, скажем, почерк 1600-х годов, как переписывались книги. Впрочем, выставка интересна не только школьникам. Андрей Геносов вместе с семьей специально приехал из Чувашии. Очень хорошая такая вот навигация. Очень нравится. То есть именно современные вот такие вот технологии позволяют более глубоко рассмотреть все эти вопросы, то, что упустил когда-то, может быть, в школе и так далее. А если вы устали бродить по парку, то всегда можно отдохнуть. Тоже с пользой. А вот это купольный зал. Это самая главная фишка этой выставки. Здесь все, как в кинотеатре. Кожаное кресло и огромный-огромный экран, на котором можно смотреть фильмы про историю развития нашей страны. Проект «Россия. Моя история» реализован Фондом гуманитарных проектов при поддержке администрации президента России. В будущем интерактивные парки появятся и в других городах страны. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика.